Тюмени ничего не угрожает. Шквалистый ветер, накануне бушевавший в Москве, обойдет наш регион с южной стороны. По уточненным данным, в результате урагана погибли 16 человек, а пострадали более сотни. Сейчас холодный атмосферный фронт движется через Башкортостан, Челябинскую область, заглянет непогода и в Омск. Уже в ближайшую ночь Тюменская область окажется в теплом сердце этого атлантического циклона, поэтому могут брызнуть небольшие дожди. Температура пока что существенно ниже климатической нормы, хотя ожидается небольшое потепление. Ну и завтрашним днем, когда промчится холодная фронтальная система, она будет достаточно слабо выраженная, по всей видимости, скорее всего, обойдется даже без гроз, то есть это будут такие кратковременные ливневые дожди. Прогнозом, сильные дожди пройдут в Тюмени в пятницу и субботу.